Итак, обязательно помним, перед первым полетом нужно зарядить аккумуляторы радиоаппаратуры, аккумуляторы гексокоптера и провести процедуру калибровки. На каждом новом месте выполняем калибровку в обязательном порядке. Итак, процедура калибровки. Для начала включаем аппаратуру управления, включаем гексокоптер и необходимо активировать процесс калибровки на пульте управления. Для запуска процесса нажимаем кнопочку GPS Calibration и выбираем компас. Берем гексокоптер в руки и вращаем его под той оси, индикаторы, которые мигают. Можно вращать несколько раз. Дожидаемся, пока начнет мигать следующая ось. Перехватываем и делаем вот такие вот кувырки вперед. Следующая ось. Вращение можно делать с разной скоростью. В принципе, главное, чтобы он был ровным и плавным. Переходим на следующую ось. Такие перехваты 6 раз происходят по 6 осям, соответственно. Так, вот у нас еще финальное. Теперь устанавливаем его на ровное место, ждем несколько звуковых сигналов и наблюдаем за вот этим вот индикатором. Индикатор состояния говорит нам о том, успешен ли процесс калибровки. Если после нескольких звуковых сигналов индикатор начнет мигать нам бело-зеленым цветом, это говорит о том, что калибровка прошла успешно. Если же индикатор загорится ровным белым светом, это говорит о том, что процесс калибровки произошел с ошибками, и этот процесс нужно повторить.